Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Алексей, он же Crazy Life. На волнах позитива и креатива продолжаем проходить игру Горький 18. Ну что ж, для начала давайте, коли они так стоят в ряд, шмальнем с ионной этой пушки. Хорошая вообще вещь. Держите подачу, твари. Пропнуло 62 урона, и они сдохли. Хе-хе, класс. А на этого, по-моему, транквилизация не действует. Тогда как тебя лучше завалить-то? Давайте попробуем вот так вот сделать. Держи подачу. Так, отходим. Девка, давай поближе к нему. На убой ее пустим. Идем вот сюда. Стоп. Из пистолета просто шмаляем. Конечно, ты промазал. Столько в прошлом эпизоде стрелял с пистолета, а тут ты промазал. Вот единственное, кому не повезло, так это прапору. Что-то здесь реально какие-то непонятки. Три урода. Давайте попробуем, знаете, как сделать? Коли они так стоят, сперва транквилизацию кинем на них. А на следующем ходе заюзаем огнемет. Все, пропускаем ход. Да-да, по площади. Бам-бам. Ну слушайте, 15 урона не так много. Он может и больше выдавать. Решил девку заморозить. Ну в принципе я на это и рассчитывал. Пусть ее морозит, от нее проку нету все равно. Во, и сейчас спокойно им пердак подпалим. Сколько у них хп? 63. Держите подачу. Итого у них 35 осталось. Может, можно было сперва взрывчатку заложить, а потом их только подпалить. Короче, отходим от них подальше, пусть они горят. Здесь, значит, 64. Я даже не знаю. 64. Может, зеленку здесь с гопником оставить? Они справятся с этой тварью. Так. А ты, наверное, сюда продвигайся. Я вот, правда, не знаю, можно ли на него транквилизацию наложить. Если он начнет бить, может, он всех вот этих вот заденет. Ладно, давайте попробуем. Так, чего бы тебе шмальнуть-то? С винтовки. Держи подачу. Хорош. Пропускаем ход. 15-ка. Здорово. Ну вот я и говорил, что он этих твоих все-таки заденет. Там вообще 29 урона прокнуло. И он решил зеленку заморозить. Ну, ничего страшного в этом нету, по крайней мере, он урон не наносит. Так что с ним мы можем долго возиться. А вот этого как-то урода надо валить. На него огонь точно действует, помню. Тут еще перезарядка. Что ж с тобой сделать-то? Урон, конечно, у него шикарный. А, кстати, на него же, по-моему, транквилизация-то не действует. Если не ошибаюсь. Ладно, давайте попробуем еще с винтовки. Держи подачу. Так, у этих уродов по 20 хп, у этого 16. Может, гранату им кинуть, обычную. Держите подачу. Отлично. Тут 4 хп, он в принципе догорит. Продвигаемся сюда, гопником стреляем по этой заморозке. И пропускаем ход. Догорел. Но у него было хп очень мало. Опять этого атакует. Решил опять зеленку заморозить. Дед Мороз херов. Мне вот интересно, а прапор-то до него дойдет? Нет. Немножко не хватает. Дело в том, что он горит очень хорошо, вот этот урод. Но, увы и ах, он не доходит.
Так, давайте тогда так сделаем. Бам. И отходим сюда. А этим... Блин, что сделать с тобой такое-то? Коктейль на тебя переводить не хочется, еще пригодится. Может, просто с винтовки шмальнуть. Блин, я еще и встал как-то криво. Да вообще ничего сделать не могу. Все, пропускаем ход. Ну понятно, решил этого атаковать. 27 урона, но он к нам близко подходит, это приятно. Сейчас мы его с огнемета подпалим. Опять зеленка встревает. Отвали ты от зеленки уже. Значит, здесь делаем все просто. Берем огнемет, подходим поближе. Держи, уродец. Сколько там у тебя хп осталось-то? 26. Но надо встать так, чтобы он нас двоих не задел. Попробуем. Итого 4. Он догорит на следующем ходе. Заморозка. Держи подачу. И этой девкой просто подходим и с кулака его бьем. Хача! И у них повышается уровень. Уровень письма. Не письма разве? А я думал письма. Все, пропускаем ход. Девка вообще безбашенная. Ради статьи поперлась в какую-то дыру, где куча монстряков. Чем она вообще думала? Без охраны, без всего. Так, это заморожен, заморожен. Четко, 9 урона. И давай до свидания. Красавчик гопник. Не промазал. Фу, интересный бой был. Интересный. Давайте сейчас похиляемся спокойно. Так, тут 30-ха. Держи. Еще одну 30-ху. Тут, в принципе, тоже надо... Так, ну вроде все. Хотя можно еще гопника похилять. Сундучок. А в сундучке у нас что? Энергетический луч. Это что такое вообще? Газовая граната. Это, по-моему, отравляет. Энергетический луч. Здорово. Это типа нашей ракеты очень крутой. Ну прибережем его, прибережем. Так, значит, надо хилки передать. Их по две. Ну давайте еще по одной хилке передадим. В бою, возможно, придется хиляться. Так, а патроны для винтовки? У кого сколько? 14, 16. Да вроде все нормально. Запомнимся. Сюда, на тройку. Ой, сюда можно зайти. Сундук. Балуют, балуют нас игра на сундуке. Огнемет. Здорово. Патроны для транквилизатора, матричный диск, взять все. Подождите, а сюда наверх можно подняться? Ну, подняться можно, но дальше не пойти никуда. Так, надо патроны для транквилизатора, во-первых, передать под подполковнику, говорю. Прапорщику часть. Что у него закончились. Допустим, 3 штучки, а 2 зеленки отдадим. И у нас появился в игре второй огнемет. Это очень приятно. Наверное, тоже прапору отдадим его. То есть у нас получается, все персонажи теперь смогут поджигать этот с напалма, а те 2 с огнемета. Приятно, приятно. Хотя, может быть, лучше гопнику отдать огнемет, как думаете? Ведь у нас он, по сути, кроме как с пистолета, больше ничего не стреляет. Ну, короче, давайте гопнику реально дадим, попробуем, по крайней мере. Не понял. А, стоп, стоп, стоп. Все правильно, у него же 2 огнемета. Надо было зеленки его изначально передавать. Ну, окей. Короче, у нас гопник теперь еще и подпаливать пердаки будет. Ха-ха-ха. Посмотрим, что из этого выйдет. В
принципе, да, надо их распределять обязанности. В бою это пригодится. Так, отсюда я пошел. Товарищ полковник, это наверняка спасательная группа. Прав, солдат. Я генерал Барсуков. Похоже, мы действуем параллельно, полковник. И вы, и мы ищем одну и ту же лабораторию. Разница заключается в том, что я ее уже нашел, а вы пока еще нет. Давайте говорить как деловые люди. Лаборатория мне нужна всего одна небольшая безделушка. Что надо вам, меня не интересует. Я просто хочу забрать то, что принадлежит мне. Думаю, вы не будете против. Поэтому предлагаю взаимовыгодное соглашение. В течение одного часа вы никуда не лезете, а я спокойно решаю свои вопросы. Через час я сообщаю вам, где находится лаборатория, и ухожу. После этого вы спокойно идете туда и делаете все, что вам заблагорассудится. Товарищ генерал, я что, так сильно похож на идиота? Мы ведь не в Москве, и здесь вам не Приарбатский военный округ. Я не продаюсь. Не продаюсь. Ты сам-то понял, что сказал, полковник? Я не предлагаю денег. Я предлагаю сохранить вам жизнь. Если бы я того хотел, вы бы давно уже вылезли из задниц монстров в виде теплого дерьма. Не вижу в ваших глазах решительности, Васин. Вам страшно? Понимаю. Да, я немного поиграл с вашими радиопереговорами, но только для вашей же пользы. Вы, похоже, не совсем понимаете, во что вляпались. Короче, да или нет? Ладно, я согласен. Даю вам ровно 30 минут. Командир, что за дела? Может, еще и оружие ему сдадим? Успокойся, прапорщик. Тебя что, не учили тому, что нельзя перебивать старших офицеров? Да я вообще не с тобой разговариваю, понял? Командир, не надо с ним соглашаться. Да, жили-были три брата. Один умный, второй дурак, а третий прапорщик. Успокойся, прапор. Жить тебе осталось. Всего ничего. Огонь! Весело. В общем, переговоры не удались. Окей. А, так. Что-то их до хрена, я смотрю. Блин, что с ними делать-то теперь? Ну, давайте посмотрим, что у нас вообще есть в арсенале. Ионную пушку не заюзать, в ряд вроде не стоят. Может быть, с напалма шмальнуть? Так, если, допустим, с напалма. Стреляет по прямой. То есть мне надо, допустим, сюда выйти. Так, на ход чуть вперед. Нет, сюда тогда. О, сразу двоих. Бам! Хорош. Но они по мне жахнут очень жестко. Их тут трое. 47. Не, с винтовки, я думаю, достать можно, но урон будет вообще, конечно, смешной. Давайте попробуем. 4 урона. Ну, это куром на смех, конечно. Так, зеленку сюда и гопника сюда же. Так, а ты, девка, не вмешивайся в мужские разговоры. Все, пропускаем ход. Подходят ближе. Вот они бы в линию встали, было бы здорово. Промазал. Хе-хе-хе, мазила. И ты промазал. Да что ж у тебя за отряд-то такой, мазил. Достаточно далеко стреляет. Хрена себе. Нет, контратака с напалмом — это плохое дело. Вы давайте в ряд становитесь. Уроды. Блин, мне по идее надо прапором к нему, чтобы его подпалить. Как бы лучше сделать-то? 30 хп. Кстати, можно сделать следующим образом. Допустим, встать сюда.
С винтовки его шмальнуть, и он догорит, я думаю. Да. 8 хп осталось. Держи подачу. Так, поближе подойдем. Зеленку сюда. Гопника сюда. А ты, девка, уходи все дальше. То пропускаем ход. На себе расстояние. Смотрите, какой урон на таком-то расстоянии. Мне вообще такого урона нету. Встали в ряд, главное. Но фишка в том, что этот-то и так догорит. Хрена себе ты. Промазал. Хе-хе-хе. Так, девка, иди сюда. С тобой что делать? Ну, ладно, давайте заюзаем ионку. Угу, своих никого не задену. Отлично. Полтинничек. У этого 10 хп остается. Так, тогда отходим. А прапором сейчас ему пердак подпалим. Держи подачу с огнемета. 30-ха, здорово. Итого остается 9 хп. Может быть, даже и догорит. Все, пропускаем ход. Догорел. Но у них жесть, какой радиус большой. А что ты в огонек не вступил, а? Так, этого надо по-хорошему поближе, наверное, подводить. Ну-ка, зеленка, покажи класс владения винтовкой. 10 хп. Ну, давайте попробуем. Только не промажь. 22, отлично, отходим. Сейчас прячемся за этим укрытием. Пусть сами эти уроды поближе подойдут. Главное, чтобы у них не было никаких там гранат, напалма и прочие херобуры. На дистанции держится. А если я еще раз ход пропущу? Вот бы в них с напалма шмальнуть, но не достану. Может, попробовать сюда пробежаться? Давайте рискнем. Короче, надо укрыться за ящиками. И там будет видно, что лучше сделать. Либо ионку заюзать, либо с напалма по ним шмальнуть. Так, ну напалм, ну-ка давайте посмотрим, по какому радиусу он бьет. Где там он? По прямой получается, да? Ну хорошо, допустим. Стоп, ребята, так а я могу вот сюда встать и потом на линию огня выйти для ионной пушки. Пропускаем ход. Чертяги не встали в ряд. Но, по крайней мере, я могу с напалма в них шмальнуть. Держите подачу. Бам! И отходим. Вот с этим что делать, понятия не имею. Ладно, пропускаем ход. Хе-хе-хе, Мазила! Так,
А если я сюда встану? Хотя они могут сюда вот так вот встать. Блин, как бы лучше сделать-то? Ну ладно, давайте уйдем сюда. Пропускаем ход. Только не отходи, стой здесь. Взбешен. Хрена себе у тебя радиус. Вы прикиньте, с какого расстояния 15 урона. Это жесть. Это просто жесть. Так, 60. У этого 15. У этого полтинник. Ладно, давайте этими продвигаться вперед. Тут вроде я ничего ему не сделать-то не смогу. Да. Прапора тоже туда. Гопник, иди сюда. Я вот думаю, как лучше сделать. Либо генерала с лазерки завалить, либо вот этого солдата. Ладно, давайте попробуем его лучше. Вот так вот встанем. Своих не задену? Да, вроде не задею. Еще и удача прокнула. Давай, до свидания. Хрена себе, 132 урона. Вот это по хардкору. Пропускаем ход. Вот это жесть, а? Этот догорел. 132 урона. Шикарно. Ну хоть буду знать, что такой урон в принципе может у нее прокнуть. Мазила. Хе-хе. Этот с пистолета чисто? Хрена себе у него с пистолета атака. Пропускаем. Контратаку. У нас контратака — это ионное оружие, которое у нас на КД. Слушайте, да он догорел уже. Этот падла. Что с ним делать будем? Давайте, может, просто с винтовки расстреляем. 19 хп. О, так он меня убить может. Короче, юзаем аптечку в бою. Он меня реально может убить. А, так. Здесь. Зеленка с винтовки. Угу. А вот прапор вообще ничем не достанет. Просто подходим поближе. Гопник, иди сюда. Пропускаем ход. Решил зеленку атакнуть. Он сейчас будет постоянно отходить и отходить. Ну-ка, этот с какого урона вблизи нанесет? 22. Хрена себе у тебя пистолетик. Я с винтовки столько не выдаю, сколько ты с пистолета. Так. Ну, винтовка, я разве что думаю. Подходим в упор и с винтовки его. О, 24. А у него 22 с пистолета. Жесть же. А подпалить, по-моему, никак не получается, да? И гопник не дойдет до него. О, кстати, так а я могу сейчас его это шокером шваркнуть. Держи подачу. Все, и на следующем ходе спокойно его подпалим, пердак. Пропускаем ход. Че, опять как зарядят мне 22. Хе-хе-хе, мазила, что такие вы мазилы, а? Я с вас фигею. Еще и удача прокнула. Гори, урод. 36, здорово. И остается 3 хп, но он догорит, в принципе. Он догорит. Вот этого бы удача прокнула, я бы его сейчас завалил. Но, увы и ах. Все, пропускаем ход. Давай, до свидания. Давай, промашка еще раз. Не промазал. Ну, по крайней мере, урон не такой уж большой. 5 хп осталось. Ну, в принципе, его можно просто зарезать или вон забить монтировкой. Бам! Девятка. Да, интересный бой был, сложновастый, интересный. Тупые ублюдки. Надеюсь, этот поганый лабораторный секрет хоть чего-то стоит, раз люди мрут за него так быстро.
Не, давайте уж лучше пусть кто-нибудь другой за него умирать будет. Вот только не мы. Крётов, тебе не стыдно? Ты же присягу давал. Грозился сдохнуть в нужный для Родины момент. А теперь, Юлиш, что подумает об армии рядовой Зелёнкин? А чё это мне стыдиться? Чтобы помереть, есть гораздо более достойные люди, чем я. Однозначно. Например, Вован. Абсолютно с тобой согласен. Кое-что есть. Похоже на карту. Точно карта. Смотрите, возле отеля стрелка. Отлично. Выдвигаемся туда. Скорее всего, это и есть лаборатория. Погодите, здесь еще что-то внизу приписано. Похоже, писали в спешке, хрен разберешь. Так, внимание. Драчев дал команду со второй группой поступить на свое усмотрение. Подпись. Не разберу, чья. Ты понял, командир, что эти суки вытворяют? Вернемся, разберемся со всеми сразу. Идем к отелю. Конечно, разберемся. У нас теперь есть ионное оружие. Так, для начала надо похиляться. Держи тридцатку. Еще. Еще на зеленку подлечить. В принципе, еще одну аптечку можно скормить. Так, тридцатки у нас зак... А, так у нас еще и десятки есть. Сейчас мы десяточками подлечимся. Этого. Ну и зеленки скормим. Я думаю, хватит. Да уж. Так, вот на однерку. Ребят, надо одно место посмотреть. Давайте сходим туда. Это вот это что ли отель? Вход в отель. Ну сюда я попасть не могу. Окей. Ну будем знать. Нам по крайней мере сюда, я так понимаю. Осторожнее! Я сказал осторожнее! Бочка как бензин! Один неверный выстрел, и нас всех можно будет собрать на один совок! Черт подери, хоть в рукопашную бросайся! Круто! В рукопашную! Но ты не вытомщик, командир! Давай уж тогда лучше загрызем их нафиг! Ха-ха! Какие бочки? А, вот эти типа? Я так понимаю, рядом с ними шмалять нельзя. Ну окей. А, сестричка. Я так понимаю, надо с транквилизатора по ней шмальнуть. Давайте подойдем поближе. Держи подачу. Этих надо тоже затранквилизовать. У тебя есть граната? Нет у него этой гранаты. А у тебя есть? О, у него аж 5 штук. Блин, надо передать будет. Так, тогда давайте подходим сюда. И их обоих в транквилизацию. Отлично. Ну, подпалим пердак. Все как обычно. Ха-ха. Держи подачу. Хорош, трицаха. Ну и гопника продвигаем вперед. Все вроде. Девку назад. Пропускаем ход. Так, этот идет к нам. Можно его с шокера транквилизацию наложить. Давайте так и сделаем. Держи, уродец. Значит, гопник. Я даже не знаю, но просто вперед разве что продвигать его. Давайте сюда пойдем. Держи подачу. Хи, промазал. Так, что бы сделать-то? Эти затранквилизованы все стоят. Ну тоже вперед его, короче, надо продвигать. Шмальнуть тебя чем-нибудь. Хотя с другой стороны он все равно догорит. Давайте уж сестричку палить. Двенашка. Так. Эти далеко стоят, в принципе, можно было бы... напалма какую-нибудь долбануть.
Но, увы, ах, и граната даже не пойдет здесь. 64 хп. Может, разве что просто шмальнуть и отойти? Эй, а что, я не достаю, что ли? Весело. Тогда вот сюда. Все, я думаю, да? Всеми вроде походили. Все, пропускаем вход. Этот продолжает гореть, у него 9 хп. Если прокнет 10 или 15 урона от огня, он догорит. Этот вышел из транквилизации. Надо сейчас сестричку транквилизовать. Давайте заюзаем шокер. Держи подачу. 70. Слушайте, я что думаю? Так, а может быть заряд заложить? Сейчас, я думаю, самое время. Давайте попробуем. И отходим. Этим тоже отходим. Ладно, давайте не испытывать удачу. Попробуем говнарем стрельнуть. Отлично, он его добил. Ну просто могло прокнуть 5 урона от огня, и тогда бы мы... Тогда бы мы его не убили. Так. Это, в принципе, тут все взорвется. По 40 единиц урона. Этот вышел из транквилизации. А... Может, с напалма вас шмальнуть обоих? В принципе, это сделать можно. Допустим, встать сюда. А этот коктейль у меня есть? Коктейль есть. Так, а как лучше это сделать? А если я сюда встану? Не достает тогда, блин. Печалька. Короче, с напалма. Зато наверняка. Бам! Отойти уже не получится. Ну что, пропускаем ход. Он, в принципе, меня оттокнет. Он рядом стоит. Да, как я и говорил. Это под транквилизацией. Здесь у нас что? На следующем ходе будет бодибум. С огнемета, может, его. Просто чисто ради урона. Ладно, давайте с винтаря. Держи подачу. Остается 15 или 16. 16 же это. 16 хп. Очень плохой текст, плохо прописан. Низкое разрешение. Ну давайте с пистолета, я не знаю, попробуем. Блин, вообще промазал. Он на следующем ходе походит, даже если 15 урона от огня прокнет. И этот походит. Может, шокер его тюкнуть. КД. А, с морозки можно. Но вопрос в другом. Смогу ли я потом отойти оттуда? Да, смогу отойти. Отлично. Замораживаем его и отходим. Все, пропускаем ход. Бам! Хрена себе, почему 60 там урона прокнуло? Типа то, что он был заморожен, что ли? Этот догорел, но сейчас этот походит. Сейчас этот пердак походит. У него один хп остался. Транквилизация. Ну, ничего страшного. Сестричка у нас вышла из транквилизации. Сейчас мы ее с шокера долбанем. КД. А у зеленки тоже КД. Ну, окей. Тогда с пистолета транквилизационного. У этого один хп остался. Ну, окей. Ты только не промажь мне. Красавчик. Здесь я даже не знаю лучше. С винтовки. Держи подачу, уродина. Чё? Еще и промазал. В упор с винтовки промазал. Ну там, в принципе, любой бы урон прокнул, но все равно бы сдох.
10 хп осталось. Ну что, не промажешь? Не подведешь? Хотя можно, если наверняка, то с огнемета. Давайте заюзаем огнемет лучше. С огнемета он, по-моему, промазать не может. Ну, это чтоб наверняка. А здесь просто добиваем там с топора и с прочей лабуды. Держи по кумпу. Бам, 14. 32 хп осталось. Пропускаем ход. Итак, транквилизация закончилась. Но я думаю, сейчас мы на этом ходе уже добить должны. По-хорошему-то, 18 хп осталось. С винтовки, что ли, в тебя шмальнуть? Или не тратить патроны, просто шокера и все, и добить в рукопашную. Пропускаем ход. Давай, зеленка, покажи класс. Бам, пятнашка, и остается 3 хп. Сейчас берем спокойно монтировку. Держи подачу. Хача. Все, победа. Интересный был, интересный. А, так, похиляться, значит. Да, в принципе, у меня вроде хилять-то особо некого. У меня просто хилок на 20 нету и на 10. У меня только хорошие хилки. Поэтому как-то так. Давайте запомнимся. Здесь никакого ничего, ни сундучка, ничего нету, что ли? Ой. Вот, смотрите, здесь пройти можно. Три зеленки. Как бы он тебя инвалидом не сделал. Эх, нехорошо обижать убогих. Но мы его обижать и не будем. Просто убьем. Причем прямо сейчас. Точно. Дикий-дикий вест, как из фильма. Ну что, ребят, давайте уже завершим этот эпизод. Продолжим прохождение игры уже в следующих эпизодах. С вами был Алексей, он же Crazy Life. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Ссылочка с прохождением игры в описании под видео. Вступайте в группу ВКонтакте, в Твиттер, комментируйте, общайтесь. Всем хорошего, позитива, удачи и пока-пока.